Здравствуйте! Приветствую вас на канале «Горячая новость». Друзья, возможно, не свежая информация, но довольно-таки интересная, которую я считаю, что я обязан вам сообщить. Лента.ру сообщает, хабаровцы решили скинуться Фургалу на адвоката. Это информация от 18 июля 2020 года. Пресс-секретарь Сергея Фургала Надежда Томченко рассказала в интервью радиостанции «Эхо Москвы», что хабаровцы предлагают собрать деньги арестованному губернатору Хабаровского края Сергея Фургала на адвоката. Под моим последним видео люди начали говорить, что готовы скинуться деньгами. Это реально так поразило. Это очень трогательно. Сказала она, добавив, что в семье и в центральном аппарате ЛДПР не знают, кто нанял адвоката Бориса Кожемякина. Но вот странные вещи, согласитесь, такие заявления. Даже не знают, кто нанял этого адвоката. Я не понимаю, почему этот вопрос никто не поднимает. Ну, возможно, конечно, это какой-то государственный защитник, я не знаю, но ведь мы все прекрасно понимаем, что государственные защитники, они ничего по факту сделать не могут. И почему та же семья, ну семья, возможно, по каким-то определенным причинам сейчас не может высказываться, почему то же самое ЛДПР не поднимает конкретно этот вопрос, что непонятно какой адвокат, даже если это госзащита какая-то, ну нужно нанимать дополнительного адвоката, более квалифицированного, потому что я не хочу ни в коем случае обидеть вот этих адвокатов, которые государственные, ну, мне кажется, у них мотивации совершенно никакой нет, там, кого-то защищать, либо не защищать. Тем более, они в таких сжатых рамках находятся, когда ни туда, ни сюда им, как бы, ну, площади для разворота большой им нету. И в данной ситуации может помочь только на самом деле квалифицированный частный адвокат. Также, друзья, хочу обратить ваше внимание, как госпожа Томченко сказала, что ее очень удивило то, что люди начали собирать деньги, хотят собрать деньги этому человеку, естественно, потому что вот этой госпоже никто не будет собирать. И это, наверное, единственный прецедент такой в последней, вот в новейшей истории, чтобы губернатору, чиновнику люди хотели собрать деньги для того, чтобы нанять адвоката. Когда такое было? Да не было такого, и, возможно, в ближайшем будущем и не будет такого. А вот здесь такое есть, и это говорит о том, что этот губернатор действительно народный. Люди готовы дать последнее для того, чтобы собрать деньги на адвоката ему. И они будут собирать эти деньги, потому что они любят и уважают этого человека. По словам Томченко, защитник утверждает, что представляет интересы губернатора и делает заявление от его имени. При этом сам говорит, что еще не встречался с Фургалом после ареста. Ну, вот странные вещи, конечно. Как он может заявления какие-то делать, если он даже с ним не встречался? Что это за защитник такой? Какая-то вот темная лошадка, на мой взгляд. Пресс-секретарь отметила, что сторонники главы края работают над тем, чтобы у него была хорошая защита. Вопрос, конечно, возникает, что за сторонники у главы края и где они сейчас находятся, в Хабаровском крае, в Москве или где-то еще. Что это за сторонники? Просто в последнее время таких рьяных сторонников, кроме обычного простого мужика, обычного простого народа, я не видел. Я вижу одних простых тысяч людей, но это простые люди, которые готовы действительно помочь деньгами. А сторонников каких-то там, я не знаю, из чиновников, либо там еще где-то из бизнесменов, вот я на данный момент не вижу, чтобы кто-то хотя бы высказался в его защиту. Таковых, по-моему, нет. Как мне кажется, Фургал остался один на один. Вот он и народ. И больше за него никто заступиться не сможет. Только народ. Никто, никакой губернатор, там, я не знаю, ни чиновник, никто за него не заступится. Только народ. И рассчитывать Фургалу нужно только на народ. Но как мы, друзья, знаем, что Фургал сейчас не владеет совершенно никакой информацией, что происходит, а за решеткой он не знает, и, как мне кажется, это страшно, когда человека держат в таком неведении. Если бы он знал, что действительно такие массы за него вышли, то, я думаю, он бы вел бы себя совсем по-иному, а когда ты не знаешь, что, ну, как мне кажется, таким образом просто Фургалу хотят подрезать крылышки, и всего лишь навсего. На этом, друзья, у меня все, всем, кому понравилось видео, ставьте класс и подписывайтесь на канал, обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, появившиеся на канале. Всем пока, друзья. До новых встреч.